сейчас я женился на той, что именно для меня цвета. Ведь я отошелся на родителям и убегал. Все хорошо, но только принцесса распаралась. Доктор говорит, что принцесса может умереть, если сейчас. Здравствуйте, принцесса. Вот видите, как врач лучше знает. Он
он своей головой поклялся, что принцесса скоро поправится. У нее просто предсвадебная лихорадка, как я это называю. Счастье, несчастье, доктор сбежал. Шуков ты ему за каплями и вишь. Ящики открыты, шкафы пусты. А на столе написано, вот, вот. Спасти принцессу можно только чудо. Вы ее умоете, а винить будете меня. Доктор тоже человек. Он жить будет. Прощайте, доктор. Ну, черт возьми, как это не кстати. Вернут доктора, что творит на него. Там
конец этого окаянного слова круг. Нам одно стекает из другого. Юнки, пока у вас девушки не превращаются в медведя, а если превращаются, то никто не придает этому значения. Пусть те кругом спят, а влюбленные прощаются. Сейчас полный, а вокруг тихо, как в полночь. Почему? Потому что я люблю. Он только станет один на свете. А чудо, а я дочь, не догадалась, как это хорошо. Так как полагается, мы разрабатываем все, так как мы...
здесь, к нашему театру, альбом, чтобы все свои фотографии. И все свои лучшие спектакли, лучшие тоже. Они под этим альбомом, чтобы еще взять фотографии, я не знаю, часть фотографии, чтобы это осталось для истории. Потому что пока есть личность, есть дело. Вот есть у нас личность, есть театр. Не будет личности и не будет театра. Поэтому мне хочется, чтобы это осталось, даже если вдруг наша личность, муж у меня поедет. Мир, визит, успокойся, дать себе вилку, очень нравится.